Всем привет, с вами Елена Смирнова. Это видео по проекту такой рублевой майнер Сокферма. Некоторым не попасть в кабинет, есть такая у нас проблемка небольшая, там типа ошибка 303 выскакивает. Ребят, не паникуйте, все нормально, проект работает, проект платит. Идет DOS-атака, достали хакеры. Просто я миллион раз перезагружала страницу, нажимала вот на кружочек на верхний, все обновляла, перезагружала. Ну, как бы, через какое-то время я попала на сайт. Вот. И проект платит. Я лично, вот вчера я выводила с этого проекта. Вот, смотрите, вчера в 20.14 я выводила 142 рубля. Я уже видео не делала. Вот, проекта, так вот, Сокферма.ру, вот Сокферма, 142 рубля я вчера вывела с него. Так что вот здесь вот есть мини-чат, внизу нажмете, когда попадете в кабинет, и вот как бы так, я здесь где-то читала, полистайте и почитайте, потому что здесь уже так то, что идет здесь DOS-атака. Так, наш сайт стал целью хакеров нас задудосить. Из-за этого идет большая нагрузка на сервер. Все исправляется, выплаты идут, возможно, небольшие задержки. Так что, когда зайдете, не паникуйте, прочтете, как бы, да, все работает. Ну, вот, бывает, это с каждым проектом такое бывает. Ну что, надеюсь, моя информация была вам полезна. На этом я заканчиваю. Всем удачи, больших заработков. Пока-пока.